Оборудование последнего поколения, специалисты высшей категории, удобное месторасположение. Многопрофильная клиника с широким спектром услуг «Авиценна» открыла новое отделение в самом центре Симферополя. По адресу Гоголя 6 вас ждут высококвалифицированные специалисты, которые максимально комфортно и в короткие сроки проведут вам качественное обследование и назначат компетентное лечение. Филиал клиники на Гоголя 6 предлагает помощь специалистов в области гинекологии, психотерапии, наркологии, неврологии, УЗИ и МРТ. Высокопольный магнитно-резонансный томограф Siemens магнитом Symphony индукцией поля в 1,5 Тесла позволяет проводить высокоточные и высокотехнологические исследования практически всего организма. Исключение составляют лишь органы грудной клетки и кишечник. Следует отметить тот факт, что исследование является абсолютно безопасным для пациента. В рамках диагностического профиля клиники проводятся самые различные лабораторные исследования. Приветливый и квалифицированный персонал обеспечит каждому пациенту комплексную полноценную медицинскую помощь с высоким уровнем сервиса и меры ответственности со своей стороны. При лечении неврологических больных мы используем методы европейской медицины, то есть назовем ее традиционные методы лечения. Также я, в частности, являюсь параллельно врачом-рефлексотерапевтом, используем многовековой, можно сказать, опыт восточной медицины. В отделении на Гоголя 6 принимает квалифицированный врач-психотерапевт Елена Филипьева. К услугам пациентов в клинике ультразвуковая диагностика. Квалифицированным и опытным врачом-специалистом по УЗИ проводятся исследования, которые направлены на определение состояния всех органов и тканей организма. Внимательный врач-гинеколог высшей категории с опытом работы более 30 лет уделит каждой пациентке должное внимание. Наши женщины приходят сюда с разными проблемами, и с проблемами бесплодия, и с проблемой патологии шейки матки, и с нарушением менструального цикла, и по поводу планирования семьи. Благодаря тому, что оборудование в клинике современное, благодаря тому, что здесь можно проконсультироваться и со смежными специалистами, то есть проблемы на нашем уровне решаемы. За годы работы десятки тысяч человек стали пациентами клиники «Авиценна». Именно поэтому сегодня медучреждение расширяется и увеличивает штат квалифицированных специалистов.